потасовками, то сегодня, Du chaos est un exercice du chaos qui a pour but de faire l'expérience des états d'agrégation du chaos et ou d'entropie et de les intégrer à une pratique magique personnelle. En outre, dans sa forme inversée, on peut l'employer à la place du jaune noir si l'on désire une telle opération. Thank you.
Един твой исток, един твой дух, едино твое изменение. Позволь мне воспеть твои совершенства перед людьми. В образе шестиконечной звезды, сверкающей сквозь глупые своды, позволь мне объявить о твоих совершенствах. Ты явился мне как очень старый бог, достопочтимый бог, господин времени с острым серпом. Ты явился мне как радостный и довольный бог, исполненный могущества, король, отец в самом расцвете сил. С жезлом вселенной, коронованной короной духа. Ты явился мне с мечом и копьем, воинственный бог, зияющий броне, в сопровождении свиты рыцарей. Ты явился мне как юный и зияющий бог, бог музыки и красоты, как юный бог во всей своей силе, играющий на лире. Ты явился мне как белая пена, как части тела магической женщины, как богиня экстремальной любви с золотым поясом. Ты явился мне как юный коварный мальчишка, с твоей крылатой державой, твоими змеями, свившимися вокруг жезла. Ты явился мне как охотница посреди своей своры, как чистая девственная богиня, как луна между вековыми дубами. Но ничего из этого меня не обмануло. Я отбросил все эти видения и закричал: «Пойдите прочь!» И все они исчезли. И тут я сплавил вместе пылающую пятиконечную звезду и шестиконечную звезду в тигле своей души. «Смотри! Вот появилась звезда 418 надо всем этим!» Но на этот раз ничего из этого меня не обмануло, потому что у короны 12 лучей, и все эти 12 — суть одно. А сейчас я увидел противоположные, дурные вещи. Но они не существовали так же, как не существуешь и ты. Я видел две головы на одном туловище, которые постоянно бьются друг с другом, и поэтому все их мысли пребывают в смешении. В них я видел тебя. Я видел убийц мудрости, как черные обезьяны они бормотали порочные глупости. В них я видел тебя. Я видел агрессивных матерей ада, разрывающих своих детей. О, вы, которые не имеете понимания, в них я видел тебя. Я видел безжалостных и полностью лишенных снисхождения существ, раздирающих, как гарпии, свою добычу. В них я видел тебя. Я видел огненных существ, гигантов, как вулканы, извергающие в бешенстве черную блевотину огня и дыма. В них я видел тебя. Я видел мерзавцев, скандальных агрессоров, эгоистов. Они были как люди, о Господи. Господи, они были так похожи на людей. И в них я видел тебя. Я видел воронов смерти, парящих с хриплыми криками над развратной землей. В них я видел тебя. Я видел духов лжи, прыгающих, как лягушки по земле, и по воде, и по мерзостному металлу, который все разъедают и сам не сохраняется. В них я видел тебя. Я видел богопротивные перверсии, людей, быков, прикованных в бездне гниения, режущих друг друга языками в страданиях. В них я видел тебя. Я видел женщину, о бог мой, я действительно видел ее, подобно роскошной даме, скрывающей под внешними формами черную обезьяну. Подобно силуэтке, призывающей своими руками маленькие подобия человечка в ад, я разглядел, что от головы до пояса это была женщина, от пояса до пят мужчина. В ней я видел тебя, потому что я сдал пароль закрытого борца 480 и держал в руках поводья колесницы сфинкса, черные и белые. Но ни одна из этих вещей не обманула меня, поскольку своим мастерством я развил их все в 12 лучей короны. И эти 12 лучей были одни –